Большое нашествие звезд на кухню. Ах, видели все? Они пытаются приготовить блюдо, не зная рецепта. Поехали! За 30 минут на перегонки. Отрезай ноги! Раф, лузеры! Есть на свете я! Как тебя зовут? Я Данила. Режут пальцы, льют на себя кипяток, пачкают дорогие костюмы. Результат их готовки – самое смешное из кулинарных и самое кулинарное из смешных шоу «Кто кого?» на кухне. Вечных вопросов. Почему никто не берет последний кусок пиццы? Почему у холостяков хорошо получаются только пельмени из магазина «Яичница»? И можно ли похудеть, если будешь готовить на бегу? Вот именно на последний вопрос мы готовы ответить здесь, на самом смешном шоу «Кто кого на кухне?». Добрый день, привет! Меня зовут Вячеслав Анучаров. Итак, мы начинаем. В левом углу, дорогие друзья, легендарные укротители тигров, братья Запашные, аплодисменты! Ну а в правом углу известные укротители мужчин, сестры-блондинки, аплодисменты. Вот они, прошу вас. Только сегодня мы узнали, что братьев Запашных трое, и один из них женщина. К знаменитому Аскольду и знаменитому Эдгарду пришла прекрасная брюнетка Елена Петрикова. Ваши аплодисменты, прошу вас. Блондинки хлопают брюнетки, редкий случай. Братьев Запашных и Елену Петрикову мечтают увидеть на арене каждый ребенок. Ну а вот другую нашу команду мечтают увидеть во сне каждый мужчина. Говори, сборная блондинок, певица Елена Максимова, ваши аплодисменты. Телеведущая Дарья Субботина и радиозвезда Алиса Селезнева, ваши аплодисменты. А теперь коротко о правилах нашего шоу. Сейчас здесь появится шеф-повар. Тоже, кстати, блондин. Он покажет вам блюдо, которое он приготовил. Ваша задача — повторить это блюдо за 30 минут. У вас будут все необходимые продукты, но не будет... Привет. Не будет рецепта, да. Готовить это блюдо вам нужно будет поочередно, в режиме эстафеты, сменяя каждые 5 минут друг друга. Чтобы вам было чуть легче, а нам чуть веселее, у каждой команды есть 3 дополнительные опции. Опция «Все за одного». Раз. И эта опция дает вам возможность в течение минуты готовить всем. С помощью моей любимой опции «Насоли сопернику» вы можете украсть у конкурентов кухонные приборы. Плитку можно передвинуть? Все, что угодно. Главное, чтобы сил и фантазии хватило. Ну а опция «Минута с шефом» поможет вам целых 60 секунд, то есть минуту, получать помощь настоящего профессионала, нашего шеф-повара. Сейчас сюда выходит суперпрофессионал, маэстро кулинарии Александр Белькович. Вот он, веселый кулинар. Я очень рад вас приветствовать здесь. Спасибо. А вас рад видеть еще больше, потому что вы блондинки. И вы знаете, я такой же, как вы немножко. Мы не тупые. Я такой же, как вы. Думаете, какое блюдо я вам приготовил? Я думаю, что это пища. Эй, браво! На самом деле блюдо очень простое. Я бы сказал, это мое любимое блюдо. Это... паста с морепродуктами. А мы думали, сосиска с картошкой. Это замечательные спагетти в сливочно-молочном соусе с морепродуктами. Это идеальное сочетание белка и углеводов. Давайте я вам его покажу поближе. Обратите внимание, соус, помидорки черри, как лежит краб. И там молодые кабачки. Молодые кабачки, девочка. Не кабачки-ветераны, а молодые. Спагетти, сливочно-молочный соус, краб, красная икра, гребешки, креветки. Все здесь. Александр, я прошу вас. Последнее напутствие для команд. Там реальная кухня, и там опасно, и ножи острые, поэтому будьте готовы к приключениям. Ладно, желаю вам удачи. Это давайте, был друзья. Александр Белькович, ну а я закрываю его блюдо. Там еще некоторые продукты живые. Ну а сейчас я дам вам ровно минуту для того, чтобы вы определились с стратегией. Стратегия — это когда вы как бы определяете, правильно, кто идет первый. Да, мы поняли. Вот. Итак, время пошло, поехали. А что с кабачками делать? Блин, их пожарить надо. Да, наверное, жарить. Ну, жарить. Воду солить не надо? Я сделаю. А то испортишь мне еду всю. А что, короче, потушить? А то потушить. Блин. Можно сразу все? Морепродукты и кабачки? Нет, конечно, нельзя. Ты можно! Итак, окончена минута обсуждения, дорогие друзья. Мне хочется узнать, кто начнет укрощать морских гадов в команде цирковых. Кто это будет? Самый красивый. Number one. Аскольд. Кто номер два? Самый некрасивый.
Так, номер три. Ну и... Понятно. И какая-то девочка. Понятно. Итак, девочки, кто сумел из блондинок досчитать до трех? Вы знаете, так как это все-таки морепродукты, а я выросла на море, девчонки сказали, что это должна быть я. Кто номер два? Вот Алиса. Номер два. Просто встаньте, пожалуйста. Все, зачем ты так схватилась? Ну как? Встаньте, а номер два. Подождите, Даша, вот номер два. Встаньте, дети, встаньте в круг. Вот встаньте я номер в круг, два. Встаньте в круг. Госпожа Субботина, вы номер три. Да. На десерт. Итак, определились. Мы готовим спагетти, поэтому посчитаю по-итальянски. Tre, due, uno, поехали! Боже, боже, боже! Я была к этому не готова. Аскольд даже с того, что помыл руки. Вот он, настоящий дрессировщик. Браво. Так, краба нужно будет почистить. Слышишь, Аскольдик? Ты плитку включил? Нет, сейчас. Ну а что ты? Крышкой накрой. Крышкой накрой. Крышкой зачем? Чтобы быстрее зачем крышки? Закипел. Вы очень красиво бегаете. Давай, давай, время, а дальше? Все серьезно. Так, все, я так, серьезно. Так, чистим креветочки, очищаем так, чистим креветки. Я не знаю, что с этим делать. Брось в меня им. Бумеранг, аккуратно вернется. Не надо, не надо. Возьми молоток и разбей крабью лапку. А давай вместе. Нет, подожди, вместе. Вместе. Боже мой. Вместе. Дорогие друзья, сбылась мечта моя, наконец-то. Поехали. Раз, два, три. Класс. Ну, так. Так? Колоти его, колоти, разворачивай. Я объясняю проблему. Дело в том, что Елена Максимова до этого видела еду только в ресторане. Только сейчас у нас на шоу она увидела... Ничего подобного! Деле... Я за защиту природы! Это особенно органично из ваших уст слышать, когда вы бьете краба, что вы за защиту природы. Ничего не знаю, я крабов дома не готовлю! Наши участники используют крабов и королевские креветки. Но если у вас нет этого под рукой, вы можете просто отправиться в ближайший магазин и купить любые морепродукты из сделать эти спагетти получится не менее вкусно. Итак, это пожалуйста, гонг прозвучал, меняемся, меняемся. Мила, я сделала все, что могла. Все, я сделаю все остальное. Я горжусь тобой, сын мой. Я был крут. Лена, правильно? Давай. Да. Просто нарезать, да? Девочки, вам его осталось теперь только похоронить, что вы там с ним сделали. Блондинки! Что? Мы не тупые! Если вам сложно, возьмите минута шефом. И ваша блондинка, то есть блондин, выйдет сюда и будет вам помогать. Интересный исторический факт. 91 метр спагетти за 12 секунд. Да, вот именно таков мировой рекорд по поеданию спагетти. То есть человек просто всосал в себя стоя метров теста и сделал это очень быстро. Слушай, а там же не надо следить, когда вода, может, уже надо закидывать? Нет, ты ее мало налил. Нет, нормально. Еще, Лен, Лен. Все, хватит. Вот такими тоненькими теперь каждый кружочек режешь тоненькими полосочками. В смысле? Ну вот так, да, только тоненькими. Да-да-да, все правильно. Тоненькими. Тонюсенькими. Как яблоки получаются? Да. Скажите, я знаю, что вы знаменитая дрессировщица собак. Это правда? Так громко сказали. Лена, не отвлекайся, я сейчас весь лук порежу. Воу-воу-воу, полегче. Что нужно дать Пальчик? Собаке, чтобы она стала дрессированной? Ласку. Ласку. И любовь. Боже мой. Я хочу воспользоваться этой штучкой. Какой из штучек ты хочешь воспользоваться? Или ты про блондинок? Насоли в команде противника. Итак, вот он, гордый. Эдгар Сапашный идет солить этой маленькой блондинке, этот большой дрессировщик. Что же он сделает? Что же он украдет? Налеем молока туда. Вот он взял сковородку. У нас есть уходит. Другая сковородка там справа. А у них есть еще одна сковородка. Запашный, а опция закончилась, старичок. Иди залог. Сковородка. Она воду уже положила, продукты. Буду у тебя еще воду одна сковородка. Вылить надо было воду. Какой нет, у нее там продукты уже лежат. Иди давай ну, дальше ладно. Работай. Надо было им макароны бросить уже туда, и все, пусть выварятся. А, не умеет гадить. А что вы ничего не подсказали? Стояли, тупили. Это я тебе кричал, ты сам пошел, импровизатор. Девочки порезались, да? Девочки, если там попадется мой маникюр, простите. Прекрасно. Кабачок с маникюром. Там креветки что? С гребешками. Вытаскивать. А чем? Вот этой? Нет, нет. Вот этой штукой. Что, я просто вытаскиваю да, сюда, давай. Да? Только подожди, только если все красное. Похоже на готовое? Давай, вываливай. Нормально. Девочки, блондинки. У вас нет желания, так сказать, да, отомстить да. Запашным нашим дрессировщикам, тоже подсолить, взять опцию. Я их так люблю, черт подери. Вот один раз вот этот вот мужчина, который ходил тут с табличкой, довел меня на руках практически. Моя родная, ты это помнишь? До квартиры, у меня была сломана нога. В 1976 году это, что ли, было? Ну, конечно, хватит. Она помнит. Меняемся, поехали, время. Давай, молодец. Елена Петрикова.
Сейчас я постараюсь исправить эти косяки, конечно. И Дарья Субботина в блондинках. Надо вылить и поставить новую воду для макарон. Макароны будут вариться тоже же столько, сколько-то там. Лена, делай самое сложное, Лен. Я делаю самое сложное, не очкуй. Все будет хорошо. А почему у нас нету предметов, чтобы мы могли бросаться, например, в Лену? Она меня не слушает. Лена, он сейчас кинет в тебя что-нибудь. Я могу в тебя только моим братом кинуть, все. Ой, не надо. Я боюсь, когда твоя команда выиграет. Опция брось брата, да? Опция. О, новая опция. Ага, насоли. Девочки, поехали, солите. Селезнёва! Близко! А продукты нельзя воровать? А продукты нельзя! Это не продукт! А это продукт! Вы можете это есть! Это не макароны! Это нечестно! А как? А из чего мы? Мы тебе яичницу пожарим тогда. Я сейчас им кран перекрою. Это внизу. Это внизу. Но без воды они смогут жить. Блядь, ты послушай, ты радиоведущий или сантехник? Так. Время! Селезнёва! Время закончилось! Я ручу! Кастрюлю забирай! Вот такая маленькая, но хитрая Селезнёва украла опцию наших дрессировщиков. Опция посвящалась тому, чтобы все вместе могли готовить. Ребята, да я как вас... так-то, а? Вот так. В каком-то цирке. Она молодец. Шеф, Александр, давай, помогай. Еще один блондин у нас на кухне. Ко мне, пожалуйста. Как сделать сливочный или этот, как его, молочно-сливочный соус? Смотри, все правильно ты делаешь. Это можешь обжарить и отставить в сторонку. Так. Взять другую сковородку, обжарить шалот и чеснок, затем туда закинуть морепродукты, затем уже добавить сливки и начать их выпаривать, а потом немножко молока, это будет твой соус. Понятно? Но перед этим надо не забыть нарезать лук-порей. Давайте добавим. Шалотом? Где шалот? Да. Я ничего не понимаю вообще. Пора закидывать пасту. Пора закидывать, все. Да ладно, пора... нам еще ж не... Да ничего страшного, быстрее сварится, так тоже можно... Закончили, понятно, да? Все, ухожу. Александр Белькович под аплодисменты наших участников покидает. Зал покидает, не раздавая телефон. Алисенька, скажи, пожалуйста, какую опцию ты у ребят украла? Я украла у них опцию «Готовим вместе». «Готовим вместе». Да. Чтобы они не смогли проявить коллективное творчество. Такое ощущение, что я сейчас разговариваю с министром культуры Фурцевой. Мы украли у них, чтобы они не могли провести коллективное творчество. Тогда на колени. Мне, в смысле? Конечно. Боже. Благоговей. Так вы представляете себе? Общение министра культуры, да. Диалог министра культуры и его ученика. Примерно. Слушай, на вас так приятно смотреть. Продолжайте сюжет. Итак, смена участников. Поехали, Даша. Уходим. Расскажите, вы готовите вообще в жизни? После концерта Майкла Джексона мы со Скольным домой приехали и решили сварить макароны. Мы их положили в холодную воду, и у нас получился пластилин. Потрясающе. И этот пластилин ночью со Скольным с грустными лицами мы... Вы ели? Ели. Как обстановка? О, пахнет уже едой. Ой, да классно здесь. Понятно, вкусненько. Понятно, что... Даже чем-то вкусненько, Дашка, да? Молодец, хорошо очень пожарила. Пахнет сейчас кревет. На самом деле тем, что кто-то из вас продует, потому что время-то тих-тих-тих-тих-тих. Послушайте, у нас все готово, а абсолютно. А опциями, так сказать, никто не пользуется. Вот, можно два раза. Два раза, так, выходим все, поехали. Так, хорошо, у вас две минуты, поскольку вы украли опцию у ваших конкурентов. Мне корень какой-то корень жесткий попался. Нет, это же лучок, слушайте, ну. Нет, это корень какой-то. У нас 10 минут осталось. Ой, я готова. А Лена, там макароны горят. Очень красивый, ты попробуй макаронину достань. Очень красивый, но у вас горят макароны. Звучит как диагноз. Берешь вилочку. Пробуй макаронину, короче. Если ты потеряешь сознание, значит рано. Ну надо вот так поделать. Они всплыть должны? Они не пельмени, они должны всплыть. Они должны быть жесткие. Я сейчас, может, брата лишусь. Аскольд, вы решили перекусить, простите? Я бы решил сейчас покончить с собой. Жри, давай уже быстрей. Ну, она горячая. А терпи, жри. Вот он, человек-чемпион, дрессировщик. Ест горячие макароны и... Они еще не готовы. Выплюни обратно. Иди сюда, выкинь сюда. Я потом... Так они же есть. Конец подсказки, все за одного. Уходим. Остается Максимова. Одна. Боже мой! Как блондинки. Что-то счастье было недолгим вообще. Смена прозвучала. Блондинки, меняйтесь быстрее, что вы стоите-то. Я делаю сейчас. Только соус остался. Отходим. Селезнёва одна. Только соус. Включи опять. Ты что, без руки, что ли? Ну. Так, теперь бери шеф-повара, и пускай он тебе сделает соус. Шеф-повар мне нужен. Ахтунг, аларм. Минута шеф-повара. Вызываем сюда нашего ожившего Кена. Александра. Так, ну давайте, шеф здесь. Привет. Да, главное расслабимся. Привет. Пасту варим? А ты мой раб. Делай, работай. Хорошо. Давай, подожди. Соус. Нет, плевать на нее. Ты уже переварил пасту. Переварил быстрее.
Ты сливать воду? Сливай воду, да. У тебя где-то должен быть дуршлаг. Дуршлаг, я сливаю воду. Он сказал, переварил. Дуршлаг. Конечно, переварил. Я он переварил. Бери. Дуршлаг, ты сливаешь дуршлаг, остальное. Дуршлаг, морепродукты. А где дуршлаг? Вон, наверху. Ударьте его чем-то, он сразу будет. Ну, где дуршлаг? Да нет. Где же? Вон дуршлаг. Соус. Отлично, черри помидоры. Я тебе помогу разрежу. Нет, плевать, соус давай. Соус нормально все, готовится. Так, берем сливки. Чеснок не забыл, сейчас выпариваются сливки, добавляешь немножко молока, это у тебя соус, что, сливки выпариваются, ну станут погуще чуть-чуть, добавляешь молоко, у тебя будет соус, затем ты докидываешь туда спагетти, все перемешиваешь, и твоя паста готова. А в конце не забудь добавить туда черри, помидоры и соломка, нарезанные сколько кабачки. Сколько макарон а там ты смотри варить по консистенции, не, много не надо, они уже у тебя практически готовы. Молоко залью, сколько еще надо будет ждать? Ну чуть-чуть, немного, 30 секунд достаточно, да, только это много пасты, надо меньше закидывать. Молодец. Сашка уходит. В соус для этого блюда наши участники добавляют молоко Простоквашино. Чистый сливочный вкус и неизменное качество молока Простоквашино позволяет быть уверенным, то, что блюдо получится таким, каким вам нужно. Я так кушать хочу вообще. Я уже готова съесть эти макароны с полусырыми. Да, они вон склеились. Слышишь, Алиса делает? Это блондинка конкретно, я вообще в шоке. У нас дезорганизация. Конец раунда! Меняемся! Все. Алиса, исчез, оставляем дуршлаг в покое. Дарья Субботина что надо делать-то? И Елена Петрикова. Горячая. Посмотрите, какое произведение искусства красиво у нас получилось. Как. Смотрите. Потрясающе. Девочки, мне надо вас торопить, Дашенька, потому что вы очень отстаете. Даша, мне кажется, сейчас взорвется павильон. Нормально, очень красиво. Туда надо еще макароны. Давай, Даш, давай. Даш, туда еще макароны надо. Ну все же успокоилась, нормально, чего мне нравится. У нас брюнетка тупит, это хуже, чем блондинка. Брюнетка, что происходит? Брюнетка готова. А где соус, Даш? Вот он. Вот это соус. Он прям в сковородке. Класс. А что тебе не нравится? Не, мне все нравится. Ты очень красивая, поэтому что бы ты ни делала. Спасибо, дорогой. Да. Посмотрите, друзья, редкий случай. Дарья Субботина готовит блюдо с выдуманным соусом, понимаете? Готовка закончена. Отойдите, пожалуйста, от ваших продуктов, прошу вас. Отойдите от ваших кухонных приборов и от ваших блюд, соответственно. Сейчас я даю вам минуту на сервировку. Готовы? Да. Раз, два, три, поехали! Боже мой, они а мы тут сыр показываем. Такое ощущение, что распродажа, да, где-то? А вот здесь, пожалуйста, браво! Цирк! Московский цирк! Спасибо. Время истекло. Девочки, распродажа! Будьте любезны, можно вас сюда, пожалуйста? Дашенька, оставь шиньон из макарон. Хватит играть с макаронами, иди сюда. Я сделала Эдгара. Молодец, моя девочка, иди сюда. Я выглядел именно так. Вот. Боже, как мило. Давай, лечащий врач оценит, иди сюда. Итак, прошу вас. Мне нравится мой Эдгар. Очень, моя милая. Посмотри, какой потрясающе. Милый. Если вы тоже видите в макаронах Эдгара, срочно звоните в психиатрическую больницу. Реально. Трое участников с одной стороны, четверо с другой. Да. И не хватает только нашего шеф-повара, дорогие друзья. Бурными аплодисментами встречаем маэстро кулинарии Александр Белькович. Я здесь, друзья. Итак, дорогие друзья, пока еще Даша с нами, надо быстрее Александра определиться, чье блюдо побеждает. Готовы? Да у нас лучше, чем у вас, все выглядит. Ваша на наше не похоже. У вас вообще как салат выглядит. Как почему салат? Как ты салат? Так, участники, я прошу тишины. Александр оценивает салат. Блюдо. Вы знаете, внешний вид обалденный, честно говоря. Все такое яркое, красивое. У вас цукини не потеряли цвет. А чего врешь-то, а? Сильнее моя. Так, что он такой агрессивный? Красиво паста смотрится, молодцы, мне нравится. Спасибо. Мы любим повара. Но у вас, конечно, паста бледновата, согласитесь, да? Не такая яркая, как там. Видно, что внешний вид. Но внешний вид не решает ничего, решает все вкус. Я предлагаю по одному участнику из команды попробовать блюдо. Прошу вас. О, ребята, слушайте, ну это склеено все. Вот. Алиса Селезнева,
а оценивает качество конкурентов. Витя остановиться не может, подожди. Да. Я распробовала, подожди секундочку. Просто скажи правду. Нравится или нет, говори. Ну да. Нравится. Да. Вот, Алиска всегда честная была здесь. Молодец. Алиса занимает свое место в питомнике запашных и проходит вот сюда. Правильно. Теперь девочки будут пробовать вас. Ну, именно не вас, а ваше блюдо. Кто это будет из вас, друзья? Я считаю, что должен я. Он на диете, у него фигура. А у тебя собаки? Нет? Девочки фигура. Между собой подерутся, а голодный тут я. Съешь защитника. Прошу вас. Так? Проходите. Дашенька, подвинемся, пропустим большого Эдгарда, чтобы маленький увидел, как ест большой. Так, я буду честен. Конечно. Честен. У нас не слиплось, и мы солили. Меру. Да, это вкусно. Момент истины. Главное событие нашего шоу – дегустация нашего шеф-повара и оценка. Блюдо команды дрессировщиков. У меня вилка в руках, осторожно. Что вам сказать? Правду. Давайте я попробую морепродукты. Чувствуется привкус тигрятины чуть-чуть? Да, немножко слона. Это из-за вилки в плече. Оригинально, но мне не нравится ваша консистенция. Я считаю, что паста переварена. Вот, креветки немножко жесткие. Ну, как бы, ну и есть плюсы. Она своеобразная, вкусная, и красная икра удалась. Ну, это же не они ее метали. Ну, ладно, ладно, подождите, еще надо посмотреть. Они сами убирали лосось, потом потрошили. Красная икра удалась. Внешний вид не решает. Хорошо, надо пробовать. Ну что, девчонки, пустите. Он работает во многих ресторанах. Так старались. Слушайте, ну внешний вид у вас, конечно, так, очень вот красивый. Надо, я... Друзья, внимание, второй раунд дегустации. Как макарошки. Такой конкретный аромат чеснока. Конкретный. А сейчас, чтобы не простудиться, столько ОРВИ ходит вот. Вообще. Смотрите, у вас такие слегка сырые кабачки. У них остались витамины. Это правильно. Конечно, это хорошо. Это хорошо. Но вы не почистили креветки. Как вы знаете, не что... почистили? А вот здесь было чем заниматься, пока ешь. Конечно. Нет, смотрите, а то, правда, не почистили. То ли дело очищенные есть. Нет, ну это скучно, но да почищенные. Слушайте, креветки. Ну это грубейшая ошибка, не чищенные там креветки. Там еще кусочек целлофана. Есть нельзя. Чищенные еще. Вот, но консистенция хорошая, креветки. Мне нравится вкус. Там еще на то, что пробка аромат... от молока. Очень резкий вкус чеснока, но креветки не почистили. И даже эта блондинка не спасет ситуацию. Это не блондинка, это запашный. А, вот оно что. Итак, дамы и господа, прямо сейчас... Мы узнаем, кто стал победителем в шоу «Кто кого на кухне?» Александр Белькович, прошу вас, вам слово. Несмотря на то, что в этой пасте плохая консистенция, абсолютно нету цвета, и паста переварена, а в этой пасте очень много вкуса чеснока, слишком приторно, креветки не почищенные, но внешний вид гораздо красивее, чем в этой пасте, все-таки выигрывают... Блондинки, потому что она паста. Хорошо, теперь рассказываю, почему. Она ярче, она вкуснее, она красивее, яркий цвет, соус, паста не переварена. Да, есть минусы, но это не важно по сравнению с теми. Мы... Простите, друзья. Мы не обиделись, мы за ножом. Друзья, если вы тоже хотите укротить спагетти с морепродуктами, смотрите наш видеорецепт. Варим спагетти до состояния аль денте. Нарезаем лук порей кольцами, помидоры черри половинками, цукини соломкой. Измельчаем чеснок. Чистим морепродукты. Кальмара нарезаем кольцами. Обжариваем лук и чеснок на растительном масле. Добавляем морепродукты и зелень. А затем вливаем вино. Выпариваем его 1 минуту. Добавляем сливки и молоко. Кладем в соус пасту. Теперь очередь цукини и помидоров. Тушим 3 минуты, все перемешиваем, выкладываем на тарелку, украшаем крабовым мясом и красной икрой. Посыпаем рубленной зеленью. Приятного аппетита! Ну что ж, дорогие друзья, сегодня на нашей кулинарной арене выступали дрессировщики животных и дрессировщики мужчин. И победили блондинки! Ваши аплодисменты! Девочки, вы становитесь обладательницами главного приза. Корзины с молочными продуктами от Простоквашино. Ну а в клубе Простоквашино на сайте простоквашино.ру вы сможете найти столько рецептов интересных, ну и, конечно же, подарков. Поздравляю! Удачи! Вот, прошу вас! Ну что ж, вы смотрели эстафету «Кто кого на кухне». Единственное кулинарное шоу, где можно научиться готовить и смеяться. Увидимся через неделю. На СТС будет весело и смешно. Пока!